Добрый день, дорогие друзья, жители города трудовой славы Барнаула. Слава и гордость Барнаула. Так в городской администрации в преддверии Дня города торжественно открыли обновленную доску почета. В этом зале сегодня присутствуют мастера своего дела. Вы – гордость нашего города. Ваши успехи – пример для наших барнаульцев. Примите искренние слова благодарности за ваш труд, за ваше неравнодушие, за вашу любовь к родному городу. За достойный вклад в социально-экономическое развитие города, наилучшие результаты в работе и достижения в творческой и общественной деятельности наградили 25 барнаульцев и 19 коллективов организаций. Прежде всего, в год семьи чести появиться на доске почета удостоились те, кто отдает свое время и силы детям. Ирина Гончарова воспитывает 11 детей, троих кровных и 8 приемных. С ребятишками любим заниматься спортом, любим ездить волонтерством, заниматься в детские дома и вообще помогаем детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. Проводим различные праздники, это так же, как у нас на ТОС, и с выездом в детские дома, в различные центры помощи для детей. Среди других отличившихся – представители образования, культуры, медицины, транспорта, спасатели и правоохранители. Это очень приятно, эмоции не описать, наверное, словами, поток эмоций. Меня занесли на доску города в связи с тем, что я победитель муниципального конкурса «Воспитатель года 2024». За мои заслуги, наверное, в дошкольном воспитании. Я музыкальный руководитель, отдаю сердце детям. Поздравить барнаульцев собрались творческие коллективы города. Им также вручили свидетельство о занесении на доску почета и подарки. Мы, конечно, с гордостью отмечаем, что каждый год у нас много фамилий, которые звучат в этом зале. Приходят много коллективов, которые удостоили этого звания. Я бы хотела отметить, что сегодня вместе с награжденными в зале находятся их близкие. Я бесконечно поздравляю вас от лица всех депутатов и желаю всем здоровья, желаю всем счастья, желаю всем крепких семей. Юлия Щепина, «День с толком».